Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня я хочу поделиться с вами приятной новостью. Дело в том, что наконец-то мне удалось зарегистрироваться в Инстаграм, и теперь вы сможете со мной общаться онлайн. Многие хотели бы видеть меня в кадре, но я уже многократно объясняла, что, к сожалению, пока профессиональной камерой я не обладаю, соответственно, появиться в собственном кадре мне достаточно сложно. Поэтому вы сможете видеть меня и общаться со мной на Инстаграм. Адрес я оставлю под этим видео. Итак, вот таким вот образом выглядит моя страничка на Инстаграм. И вы можете заходить сюда и комментировать фотографии, которые я буду размещать для общения с вами и обсуждения. Всем спасибо за просмотр. До встречи!